Победных очков много не бывает, особенно на фоне утерянных. То, что гостей из Екатеринбурга нужно обыгрывать, причем дважды желто-зеленые хоккеистки Владимира Кобзева понимали прекрасно. Но, как оказалось, одного лишь понимания все-таки мало. Булиты – это то, что так любят зрители, и то, без чего наверняка предпочли бы обойтись хоккеистки обеих команд. Увы, в повторной встрече определить победителя в основное время не удалось. Игра очень упорная, интересная, мне кажется, была, со множеством моментов. Жаль, что в игровое время никто не реализовался. Счет был бы 2-2, например, или 3-3, было бы, наверное, интересно. Булиты – это же как пенальти в футболе. Кому как повезет, как говорится. Ну, вот сегодня нам повезло. Ну, досадно, конечно. Моменты были, надо было забивать. Хотя могли и пропустить, в принципе, на последних минутах. Там нас простили, хороший мяч. Ну, что сделаешь? Это спорт. Работать надо. А начиналось все довольно феерично. В стартовом поединке хозяйки поля реализовались на все 100%. Три безответных гола не только позволили пополнить очковую копилку коммунальщика, но и упрочили положение команды в турнирной таблице. Тяжело, да, было тяжело, не спорю. Команда хорошая, бегучая. Нужно было забивать свое. Забьем свое, не будут нам забивать. Настрой, конечно же, боевой. Мы будем бороться, мы будем стараться делать свое дело, все, что умеем. Настрой боевой, никак иначе. Не хватает опыта. У нас очень молодая как бы, команда. Совсем девчонки, 15, 16, 17 лет. Конечно, они где-то нервничают, как мячик увидят около вратаря или ворот. И немножко то сходит, то технический брак, то... Мы торопимся куда-то. А куда торопимся? Постоянно мяч сопернику отдаем. Повторная встреча для хозяек поля стала откровенной мукой. Ключевые игроки выбыли из-за травм, мяч в ворота не шел даже там, где неплохо отрабатывали диспетчеры. Как итог 0-0, и, согласно регламенту, начались азартные игры. Булит – это действительно рулетка, тут кому повезет. И сегодня повезло, к сожалению, Екатеринбургу. Но я думаю, у нас еще будет матч-реванш, и мы обязательно возьмем не в серии булитов, а возьмем в игре. Булиты – это лотерея, хотя индивидуальное мастерство при этом никто не отменял. Утомленный очковой засухой коллектив с Урала радости не скрывал. Да, конечно же, после победы настроение улучшилось. Но я считаю, что нужно было выигрывать в основное время. Было очень-очень много моментов, мы давили, нужно забивать свое. Но, к сожалению, у нас не получилось, но мы вышли на булиты и сделали свое дело. Да, за сегодняшний так раз не обидно, что играть некому было. Вчера наелись. 2 дня маленький перерыв, учитывая, что у нас кадровый голод. И вчера набегались, сегодня все уже не восстановились. Не до жиру быть бы живу, есть такая поговорка. Даром очки в Суперлиге никто не раздает, а битвы впереди предстоят суровые. Уже на будущей неделе на Алтай приедут волгодонская «Дончанка» и бело-голубой казанский «Акбарс».